ты сказала, на Фиоле, ну, расскажи. Это море Фиолин. Это был, наверное, 11-й год. Сейчас ума. 2010-й я ошиблась. Отлично. Как тебе выставка? Выставка замечательная. Потом каждый раз меня радует и радует все больше и больше. Так ты часто здесь участвуешь, да? Я только начинающий участник таких выставок. Хорошо. И что тебя сподвигло сюда? Стремление к большому великому искусству. Благородно. На самом деле я рисую с детства. Периодически ухожу в какие-то другие темы, но искусство меня все радует. Отлично. Ну, поздравляю с праздником. Спасибо. Только, Саня, потолок, чтобы тень не была. Всех нас с праздником. Это самое главное, что он есть. Все. Отлично.